Друзья, всем привет! Случилась такая проблема. В автомобиле Subaru Forester не работает замок ремня безопасности. А каким образом? Видите, здесь вот эта вот красная кнопка, она запала туда. И все. И не выходит. То есть вот если вставлять ремень безопасности, то он просто не фиксируется. Вот, он просто вылетает. Он не фиксируется там. И кнопка эта тоже не выходит. То есть, что нужно делать? Раскалывать вот здесь отверткой замок не хочется. Попробую его при помощи ключа на 17 открутить. Со стороны задних сидений можно этот ключ туда просунуть. Вот, и попробовать открутить его. Друзья, на канале появился постоянный спонсор. Каждый месяц для подписчиков будут разыгрываться призы. Подпишитесь на канал. Купить товары и заказать сборку литиевых аккумуляторов вы можете на нашем сайте OLX. Ссылка в описании под видео. Итак, открутили эту гайку. Вот она, вот так выглядит. Открутили ее. Теперь попробуем снимать сам замок. При этом, друзья, смотрите, кресло я не откручивал и не снимал. Кресло остается на месте. Смотрите, будьте очень аккуратны, потому что здесь идет провод. Провод к контактной группе. Все. Получается, я освободил, но длина провода не позволяет мне, вытащить. Неужели придется снимать кресло? Сейчас буду колдовать. Итак, друзья, не снимая кресло, я вот этот вот весь замок открутил и протащил под креслом. Кресло не снималось. Вот эта гайка открученная, вот сам замок. И вот сейчас попробую разобрать каким-то образом этот замок. Итак, смотрите, с обратной стороны, вот здесь, есть такое отверстие и в ней фиксатор. Вот нажимая на нее, например, отверткой, вот нажали, и выдвигается вот эта вот нижняя часть. Вот, контактная группа выдвигается. Смотрите, друзья, я достал вот эту вот контактную группу оттуда снизу. Все очень просто. Вот здесь вот эти все контакты пластиковые. Так, теперь дальше. Нам нужно разобрать сам замок. Будем сейчас что-то думать, чтобы разобрать замок. Итак, друзья, смотрите. Вот здесь вот, на замке есть два таких отверстия, и в них пластиковые заглушки. Вот одну из них я отковырял, выковырял из отверстия. Думал, что под ним будет какой-то винт, чтобы открутить и разобрать вот этот замок. Но в процессе того, как я доставал вот этот, эту заглушку, выяснилось совершенно другое. Вот я ее откладываю, смотрите. Так, чтобы лучше было видно. Я немного потряс этот замок, и там что-то было лишнее. Явно лишнее, потому что там что-то тарахтело, стучало. Вот, и когда я так вот делал, то вот эта вот защелка сама выскочила. То есть, видите, теперь она как бы работает. А что было? Смотрите, в чем причина. Я не знаю, кто, когда и как туда попал вот этот вот камушек. Маленький камушек попал. Вот он, его должно быть видно, он совсем небольшой. И он как раз что-то фиксировал вот в этом замке. В этом замке вот он заклинил. И когда я вот так потряс, и потом стал вот, ну вот так нажимать постоянно, тряс его, и он просто отсюда выскочил. Выскочил вот этот камень. Вот в чем была причина. Вот теперь смотрите, вот этот камень, эту заглушечку, вот эту заглушку я поставлю назад, потому что замок сам, слава богу, разбирать не пришлось. Вот в этом была причина. Теперь смотрите, давайте проверим, так как замок снят с кресла. Кресло вообще не снимал. Вот, оп, видите?
Нажимаю. Все. Нажимаю. Все прекрасно работает. Теперь моя задача назад установить, прикрутить к креслу вот этот вот замок. И тут тоже, как я понял, есть тонкость. И одеть на него контактную группу. Вот эту вот контактную группу, видите? Вот она. Вот она с проводом идет из-под кресла. Я ее вот так вытащил. То есть она очень легко должна одеваться. Оп, все. Вот, контактная группа оделась, провода, и зафиксировалась. И чтобы открыть, вот здесь вот, смотрите, если кому-то понадобится эта информация, вот здесь нажимаете, и она снимается легко. Вот так вот, легко снимается все. Теперь в обратной последовательности устанавливаю замок на кресло. Теперь смотрите, чтобы установить назад вот этот вот замок, очень неудобно, когда кресло пододвинуто вперед. Отодвигаем кресло, это у меня на пассажирском кресле все это случилось, отодвигаем кресло максимально назад. И тогда мы будем иметь доступ, смотрите, вот, рукой теперь мы можем достать до винта и накрутить гайку. Вот смотрите, я думаю, блин, плохо, но должно быть видно. Вот, рукой я теперь достаю, чтобы накрутить гайку. Ну, процесс накрутки я уже, наверное, не смогу показать, потому что нужно будет задействовать обе руки. Ну, понятно, да, что вот теперь сзади, как бы со стороны пассажирских сидений, я могу достать до винта и накрутить гайку. Замок установлен. Давайте проверим его работу со штатным ремнем. Берем ремень, вставляем, нажимаем. Все работает. Но, друзья, это еще не все. Так как мы не снимали кресло с места, но провода, которые идут от замка ремня безопасности, смотрите, они были, вот они. Они были зафиксированы. Вот то же самое нужно не забыть сделать. Иначе, когда в следующий раз мы будем двигать кресло, эти провода может где-то попасть в движущиеся части и просто перетереть. То есть провода мы должны зафиксировать на место. И тогда будет все в порядке.